2021 году в Казани благоустроили 7 общественных пространств. Ко дню города открылись два новых благоустроенных участка набережной Казанки – от ГИМС до Кремлевской дамбы и участок между зданием Национальной библиотеки и мостом Миллениум. Теперь это непрерывный променад с живописным видом длиной 4 километра. 30 августа открыли парк площадью почти 3 гектара у Малого Чайкового озера возле больницы номер 7 на улице Маршала Чуйкова. Здесь провели экореабилитацию озера, организовали функциональные зоны для реабилитации и оздоровления пациентов клиники и жителей города. В 2021 году завершают работы по первым двум этапам благоустройства набережной озера Нижний Кабан. Набережную дооснастили малыми архитектурными формами и арт-объектами. Вдоль променада установили ограждения, велопарковки, высадили деревья и кустарники, увеличили количество водных растений. Начались работы в сквере имени Толстого на одноименной улице. Здесь установили кованые опоры освещения, отреставрировали чугунное ограждение по периметру, обновили дорожки из гранитной брусчатки. Впервые в Казани здесь установили гранитные спуски для маломобильных групп населения. В 2021 году начались проектные работы по благоустройству территории вблизи Большого Голубого озера на 23 гектарах. Здесь создадут зону для тихого отдыха и контакта с природой с туристическими сервисами, а вдоль дороги, там где нет деревьев, сделают парковку для машин и туристических автобусов. В 2021 году продолжилась реконструкция парка «Черное озеро». Здесь заменят навигационные стенды, установят дополнительное оборудование на детской площадке. Также в парке установят док-боксы и велопарковки, а для событийной площадки изготовят навес над круговой перголой. Все это планируют завершить до конца года. В жилом комплексе Салават-Купере началось строительство парка. Раньше на этом месте был заброшенный пустырь с заболоченными землями. Теперь здесь создают три зоны – парадную, активную и зону созерцания. В 2022 году планируют завершить работы по благоустройству всего парка. Установят детское спортивное оборудование, малые архитектурные формы и памп-трек. Также запланированы зоны для мероприятий. У озера организуют места отдыха у воды, построят смотровые площадки.